Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть игру «Как достать соседа». Сегодня со мной будет моя дочь Ксения. Ксения, скажи привет. Итак, у нас задача. Надо вот этим мальцом достать вот этого соседа. Давайте начнем. У нас первый уровень, как я понимаю. Так. Пилотные серии, так, пилотные серии, так, тут что-то все в крови, то у меня хорошая графика на самом высшем уровне, ну-ка. Так, отчет о пакостях, нужен? Ну давай, цветовой курсор. Ну, вроде нет, все нормально, может так и должно быть, не знаю точно. Ну, давайте, по крайней мере, так, у нас пилотные серии, подсказка, слушайте советы режиссера, он подскажет вам, что делать. Так. Ну, давайте, вот так, наверное, правильно будет. Итак, вот они мы. Что за красные пятна? Это так и должно быть? Добро пожаловать на съемки сериала «Как достать соседа». Меня зовут Джо, я тут режиссер следующих трех... Так, чего-то там, в версиях, короче, хорошо. Итак, мы сюда передвигаемся. Так, мы входим в дверь. Так, с передвижением мы справляемся. А здесь у нас почему так? Хорошо. А куда тут? Чтобы так подвести Вуди к третьей отметке, щелкните мышью по двери, затем по отметке или непосредственно по отметке в комнате C. Ага, подождите. А, вот, все. Я, блин, просто давно не играл. Все, вспомнилось как. Итак, сейчас мы вспомнили управление, как просто идти. Теперь, так, это я что? Теперь давайте, что это такое? Как ты думаешь, Ксюша, что это такое, может быть? Mm. Это, наверное, пакость, да? Я не знаю. Кстати, а может быть, впервые это, наверное, была краска красная? Или по-настоящему? Ну, не знаю, мне кажется, просто это так задумано. Так. Посмотрите на цветок. О, какой аромат. Открыть комод. В ящике что-то может быть. Что там? Это у нас использовать фломастер. Использовать стеклянные шарики. На чем использовать? Ага. Итак, нам подниматься наверх. Вот сюда в картину что-то... Скорее всего, вот так вот будет. Так, мы разрисовали. Так, спуститься вниз, чтобы сосед вступил в игру. А, все, мы спускаемся вниз. Сейчас смотрим на соседа. Вот он, толстый. Смотри. Вот он сейчас будет нервный. Смотри сюда в уголок. Левый. Это его ярость такая. Кстати, странная картина вообще. Почему? А, сама картина странная? Да. Ничего страшного. Так, теперь мы заходим сюда. Все, надо просто... Так, ладно. Что, еще раз попробуем? Давай еще разок попробуем.
Нам надо потом... Короче, вот как будто это, он играет это... Ну, я не помню, это как игра называется. Ой, не знаю, как игра называется, которую ты помнишь, но вот это «Достать соседа», мы раньше играли в нее. Это была очень интересная игра. Так, нюхаем цветок. Какой аромат. Ах, какой аромат. Так. Значит, сосед оттуда должен уйти. Давай. Разукрашиваем. Выходим из комнаты. Включается сосед. Сосед Мы играем, кстати, в оконном режиме, потому что на Windows 10 она, ну, почему-то вот не идет, ошибки выдает, слишком мощный для Windows 10. Так, так, раскройте стеклянный шарик на полу в момент B, только не попадитесь на глаза соседу, иначе придется начать все заново. Ага. В комнате B надо будет... Здесь, вот так вот шарики раскидать. Теперь смотрим, смотри. Давай, старпёр. Прямо, может быть, еще и спина труснула. Итак, мы сделали на 100%. Это очень хороший результат. Папа, короче, он... Вот, наверное, этот мужик вас совсем пьяный. Нет, просто мы его злим. Мы его будем злить. Мы его злить будем. Он... Ну, смотри, какой у него живот. Он же пьян. Ну, почему пьяный? Что, только у пьяных животных? Нет. Ну, тебе-то... Так, в серии поехали. Так, ну что, привет. В этой так, серии мы попробуем... Что-то посложнее. В следующих сериях вам встретится звери соседа. Если животное поднимет шум, сосед мчится выяснять, в чем дело. То есть собака не должна залаять. Давай посмотрим, что мы взяли на этот раз. Шарики. Понятно. Здесь мы можем прятаться. Это уже что-то новенькое. Эта дверь ведет в комнату, а она по-прежнему заперта. Хотя в нем нет замка. Интересно. Так, окошко мы не можем сделать ничего. Да, конечно. Сейчас, подожди минутку. А как нам сделать это? Может быть, подожди, когда он далеко? Может, здесь что-то можно найти? Нет, здесь мы спрятались. Теперь так, разбросайте шарики по полу в комнате Б. Второй этаж, управляйте Вуди. Так, похоже, клавиша мыши вместо левой, чтобы заставить его краст. А, надо тихо сделать, краста надо. Он умеет краста, представляешь? А я не знала. Так, я тоже, я уже забыл. Итак. Смотри. Аккуратно. Так, подожди. А почему? Ты не туда, наверное, поставил.
Так, сейчас собака начнет. Шумите про... По шкафу надо будет забраться внутрь. Так. Сосед что-то пройдет через комнату С, когда стоит Вуди, пора прятаться в шкаф. Ну давай, спрячься в шкаф. Все, давай спрячься, спрячься, спрячься. Быстрее, 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 быстрее. Так, теперь дверь открылась, и он теперь... Можешь зайти? Спустился вниз. Проходит мимо нас, шоу начинается. Итак, наша тренировка закончена. А почему такая комната мелкая? Так. Что она будет большая? Так, сделай соседу гадость, сердцу радость. Ну, на самом деле так нельзя делать. Ты же понимаешь, что это плохо? Ну да. Так. Как мы скоро увидим наш сосед, тот еще тип, редко заставишь его мирно сидящим в кресле. Давай. Посмотрим, как мы сможем ему напакостить. А у нас где-то задания, кстати, должны быть, что мы должны сделать. Как достать соседа? Сделай гадость сердцу радость. Так, мы пришли к нему в дом. Он уже выиграл? Так, что там мы взяли? Использовать подушку пердушка. Это с подушкой пердушка. Так, минутку. Так, куда он пошел? Что-то а он в бинокль смотрит. Давай в кресло поставим. Так, сейчас, подожди, не все сразу. Так. Да. Это что такое? Ага, суперклей. Так, а где нам посмотреть задание-то? Нам надо 4 пакости сделать, Ксюшенька. Да, я знаю. Давай клеем намажем вот здесь вот. Давай. Глаза у него. Сами в холодильник спрятал. А яйцо в микроволновку. Все, теперь спрячемся. Пока там все. Поднимайся. Поставили микроволновку, мы его испортили. Давай, пока он ее чистит. Ладушка-пердушка. Антон должен залезать. Смотри, глаза приклеили, там еще клеют. Ладно. И это еще не все. Сейчас он напердит. Мы смотрели, ему телевизор испортили. Да, сейчас сядем, подожди. Все, справимся. Все, мы его достали. На 100% выполнили все. 4 гадости мы сделали. Миллиардов будет гадостей. Итак. Первую мы прошли очень хорошо. Так, вторая. Так, в основной отдых сосед разваливается в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тащиться к холодильнику за новой бутылкой. Как же Вуди улучшить момент для пакости?
Покажем, увидим, решим, будет так. Ага, так, ну хорошо. Давай, заходим. Ёмка. Нам же главное пакость сделать. Мы с тобой пакостные. Папа, он что, потом будет становиться пьяным? Если у него будет... Не знаю, собственно. Так, снова пила. А? Зачем пиво? Не так, у нас есть пила. А, пила. Это, я мне попрошу пиво. Так, он идет за пивом. Сейчас мы что-то достанем, смотри. Вот мы таблетки какие-то достали. Я не знаю, солнце мое. Что-то там нарезал. А, бутылку. Бутылку вообще нельзя пить. Да. Пиво тоже не пить. Молодец. Так. Сейчас подождем. Надо, чтобы он ушел за пиво. И как только обратно он придет, быстро, да, выпил как? Вообще пипец. Он что, симулятор выпил? Сейчас, подожди, надо подождать, когда он выйдет. Что, еще один бокал пива взял. Наверное. Так, теперь заходим мы. Заходим. Таблетки подсыпаем сюда, пиво. Открываем холодильник, берем яйцо. Туда. Так. Яйцо в микроволновую печь. Вот сейчас пойдет вниз. Ой, дави вниз. Быстрее, выходи. А, сейчас скоро будет. Будет. Значит, телевизор надо. Я успел. Я чуть-чуть не успел, надо было кресло подпрыгнуть. Ну бы это было можно потом. Ну а он остывать будет, видишь? Уровень злости у него падает. Кстати, вам хочу напомнить, что я начал благотворительность, это сбор средств на видеокарту. Вот. Надо еще поиграть. Средства вы можете переслать по ссылке снизу. Итак, там несколько ссылок. Вот, на любой можете отправить. Даже рубль. Итак, 5 кодов. Давай, берем здесь тогда пилу. Здесь берем таблетки. Таблетки. О, уже пиво попил. Идем сюда. Все, надо подождать, только когда он выйдет. Так. Таблетки. Яйцо берем и кладем в духовку. Так. Выходим. Все, бежим. Сейчас он пойдет, как попьет пиво, а ему пить таблетки ему. Подожди, сначала будет. Яйцо все там. Подожди, а что я должен подпилить-то ему? Кресло, наверное. Уверена? Наверное. Нет.
Там слон накатил. На кухне, да? Наверное. Ну да, на кухне. Берет пиво и дальше продолжает пить. Господи, так так нельзя же. Как попал. Нет, туда не надо. Беги! Нет, не надо, почему? А, ну что, он еще раз пойдет. Ой, сиди теперь, иди. Так. Давай. Я туда чувствую. Ой, смотри, а долго надо пилить его. Мы бы с тобой не успели тогда. Вот так надо в этом порядке сделать, пока он в туалете там сидит. Сейчас смотри. Бу-ба! Сейчас там запердет. Судя сломал. Так. Снова пиво. Подожди, а мы что-то еще не доделали? Что? Нам надо 6 пакостей сделать, а мы только 4 сделали. Так, ну вот эту там мы сделали. Это надо еще раз сделать. Он на кухню пойдет, иди. Так. Не надо испугать. Все снова взяли? Нет. Так, а что ему надо тогда? Так, ну это уже было. Бежим. Это он пиво выпил плохого. Так, а что мы еще можем здесь сделать? Ну не точно это кресло распилить. Все, беги! Да не надо, подожди, пока он пойдет на кухню за пивом. Все, теперь беги. Подожди. Не кресло. Не пили его. Мне кажется, тут... Блин, посрал там кто-то. Очень узкая сливное отверстие. Которым там... Ну, понятно, что там... Так, мы что... А, вот, мы должны бумагу туда затолкать. А, понимаю. Сейчас, подожди. Давай быстрее, уходи, старый пердун. Он только срёт везде. Так мы, потому что его отравили пиво. Понятно. Так, берем туалетную бумагу. Ты куда? Смотри, мы туалет зацелили. Так, следите за тем, о чем думает. Давай. Вот, мы туалетом зацелили. Так, это пятая пакость. Шестая пакость. Надо еще раз сделать. А, нет, смотри, все 6 пакостей мы сделали. Почему 70? Потому что мы, видишь, уровень злости не догнали. Понятно. Ну что ж, я думаю, на этом пока все. Остальные пакости мы
сделаем в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Все, ссылка на благотворительность в описании. Пока! Попрощаешься? До свидания.